Подождите, чего жители? Я, я, я сейчас все правильно услышал. Вы, вы хотите сыграть со мной в прятки? Вы, вы что, издеваетесь что ли? А в чем, собственно, проблема? Как нам кажется, это очень и очень интересная идея. Мы будем прятаться, а ты будешь нас находить. Нет, это несомненно очень интересно, но, но это же бред самый настоящий. Вы же никогда не играли в эту мини-игру и вы и вы просто спрятаться от меня по нормальному не сумеете. А я в свою очередь могу смело назвать себя профессионалом, потому что как подписчики и зрители моего канала помнят, я в свое время практически каждый день со своими друзьями играл в эту веселую игрульку. И, и причем мы прятались не только в деревне, а, например, в каких-то разных локациях и в Макдональдсах, и в KFC, и в кинотеатрах, да, да короче, где мы только не прятались. В общем-то, носатые, в этой игре у вас нету ни единого шанса, поэтому я вам советую взять мотыги в руки и идти дальше убирать грядки. Ой, Пиксель, какой же ты все таки самоуверенный. Мы с тобой готовы даже на деньги поспорить. Ты сто процентов в этой игре нам проиграешь. На деньги вы готовы со мной поспорить, жители? Да вы что, совсем что ли? Я не могу понять, безбашенные. Вы же просто мне деньги поспорили подарите? Ой-ой, ну конечно, Пиксель. Давай так. За каждого нашедшего жителя ты будешь получать, ну, приблизительно 100 тысяч долларов. 100 тысяч долларов за каждого жителя? Ладно, Носатый, вот, вот чисто для того, чтобы записать интересный ролик и посмеяться с вас, я согласен. Давайте, собирайте жителей, думайте, куда спрятаться и самое главное, готовьте денежку. Всем привет, ребят, меня зовут Пиксель и прямо сейчас, как вы можете заметить, я нахожусь у себя в деревне жителей номер 13. И сегодняшний ролик смело можно назвать «Как стать миллионером» приблизительно за 10 минут. Потому что, как вы слышали, носатые предложили сыграть мне в прятки. В прятки в деревне жителей. Никогда бы не подумал, что спустя такое огромное количество времени я вернусь к этой рубрике. Я признаюсь честно, на сегодняшний день у меня были немножко другие планы. Я хотел немножко прибраться, позаниматься какими-то деревенскими делами, возможно, кому помочь ну и как обычно вляпаться в какое-то очередное приключение но ребята не буду врать и не буду лукавить денежка меня подкупила потому что 100 тысяч долларов за каждого жителя которого я смогу найти в деревне это извините меня очень и очень сладкое предложение перед началом этого ролика обязательно поставьте на него лайкосик обязательно подпишитесь на канал ну и конечно же устраивайтесь поудобнее потому что как мне кажется сегодняшнее видео 100 процентов будет очень и очень веселым. Как я вижу, жители моей деревни уже собрались вот в такую вот небольшую кучку. Ну и как я понимаю, они все готовы принять участие в сегодняшней мини-игре. Да, пиксель, мы полностью готовы. В этой игре будет принимать участие ровно 10 жителей. И помни, что за поимку каждого ты будешь получать 100 тысяч долларов. Однако, как нам кажется, у тебя точно ничего не получится. Ой, жители, это мы еще посмотрим. Это мы еще посмотрим. Ладно давайте я вам дам приблизительно минуту на то, чтобы спрятаться, и помните о самом главном правиле. Не выходить за пределы деревни, потому что если вы разбежитесь по всему миру Майнкрафта, то я сто процентов вас не найду. В общем-то, ребята, прямо сейчас отправляемся ко мне в домик и опять же ждем приблизительно минуту. И, господи, как же мне жалко жителей. Ну, ну вы же понимаете, что ну как минимум половину этих жителей я сто процентов найду. А это 500 тысяч долларов. Вообще, чем они думали, когда придумали такую ерунду это насколько нужно быть самоуверенными чтобы принять участие в таком абсурде ⁇ -мо ⁇ ребята, и параллельно с этим вы же в комментариях будете с них смеяться. Зачем? Зачем они на это подписались? Так, ребята, давайте заранее. Я, кстати, подготовлю себе кирку, подготовлю лопату, подготовлю себе, естественно, топор, ну, на тот случай, если мне нужно будет что-то раскопать или куда-то подняться. Потому что, как вы понимаете, когда наканут такая огромная сумма денег, жители могут придумывать разные дурацкие правила и прятаться в каких-то, ну, непонятных подкопах. Но учитывая, что сегодня я могу стать самым настоящим миром нужно быть готовым абсолютно ко всему ну и как мне кажется секунд через 10 я уже могу выходить на улицу давайте я уже вот здесь вот выгляну подышу свежим воздухом и начну обратный отчет 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 как мне кажется мы вместе с вами можем начинать и я очень надеюсь на то что у нас с вами точно все получится единственная проблема это то что мы жили не обсудили, сколько времени у меня будет на их поиски. Поэтому давайте лучше все сделаем быстро, чтобы они потом не рассказывали мне, что я делал это полдня. Постараемся найти их, ну, приблизительно за 5, может быть, 7 минут. И знаете, первым делом я хочу осмотреть все грядки, потому что что-то мне подсказывает, что кто-то 100% в них спрятался. Так, здесь у нас. Какой-то подкопчик, да? Ну, серьезно, что ли? Серьезно, что ли, житель? Ну, тебе не стыдно? Ёба, ты как меня так быстро нашел? Я, я еще не спрятался. Ой, ну, конечно, носатый, расскажи это кому-то другому. Первые 100 тысяч долларов у меня в кармане, ё-моё. Ребята, ну, если все так будут прятаться, то извините меня. Я тогда потрачу на это не 5 минут, а приблизительно 2. Так, давайте я на всякий случай лучше проверю вторую грядку. И тут, фух, благо ничего нету. Теперь с этой стороны, знаете, проверяем каждый домик, и я очень надеюсь на то, что никто из жителей не будет менять свою прятку во время нашей игры. А то был у нас, знаете, один такой товарищ, который любил заниматься такой ерундой. Проверяем каждый домик, проверяем каждую крышу, чтобы действительно найти что-то интересненькое. Ё-моё! Носатый, ты, ты что, совсем что ли с дуба упал? Ты, ты не мог более интересное место найти? Я думал, грядка это глупая. Но грядка это хотя бы подкопчик. А ты просто на крышу стал. Не просто, я вообще-то себя блоками прикрыл. Кто знал, что ты сюда поползешь, блин? Действительно, кто знал, что я буду вас искать? Мне же всего лишь за это предложили 100 тысяч долларов. Ладно, ребята, второй житель тоже найден. Опустимся на всякий случай в подвальчик. И потом продолжим поиски. Ну и как ты это сделал? Действительно, как я это сделал? Вы спрятались, наверное, глупее всех. Нет, ребята, слушайте, я, я не знаю, мне как-то уже неудобно их искать, честно. Я потратил приблизительно полторы минуты и заработал уже, сколько получается? 400 тысяч долларов, да, жители? У вас вообще деньги-то такие есть? Не переживай, Пиксель, заработаем. Остальных ты точно не найдешь. И давай теперь за каждого жителя, которого ты не найдешь, ты будешь платить нам 200 тысяч долларов. Да ради бога, без проблем. В принципе, так будет даже немного поинтереснее и, наверное, даже немножко честно. Потому что в данный момент мы играем по каким-то просто ненормальным правилам. И нужно было заодно у жителей уточнить, сколько у меня есть времени. Ну ладно, ребята, видимо, в этом плане они ко мне придираться не будут. Так, давайте проверим теперь домик мэра и обязательно проверим чердак, потому что. Я был уверен, что здесь кто-то есть. Но благо здесь никого нету, потому что это было бы прям слишком ожидаемо. Ладно, в таком случае начинается новый, так скажем, уровень. Начинается что-то интересное. Ну вы посмотрите на это. Ну, ну он меня совсем, что ли, за дурака держит? Он, он реально думает, я слепой, что ли? У меня, конечно, проблемы со зрением, но не настолько. Житель! Житель, тебя ничего не смущает? Ну вы посмотрите, просто на мороз упал. Житель, у тебя голову видно. Тело-то ты спрятал. А голову кто прятать будет? Достал-то уже, Пиксель, достал меня. У меня было самое креативное место для прятки. Нет, спору нет, оно действительно креативное. Но если бы ты на голову еще какой-то камуфляж себе булыжниковый надел было бы гораздо-гораздо лучше. А так получается, что я еще раз заработал 100 тысяч долларов. И, естественно, на достигнутом я не останавливаюсь. Начинаем проверять абсолютно каждый домик и будем надеяться, что я здесь никого не найду, потому что мне действительно перед жителями будет неудобно. Они же 100% будут называть меня читером, даже несмотря на то, что прямо сейчас я записываю все на свою замечательную видеокамеру. И у меня огромное количество свидетелей. Я бы даже сказал Ты тысячи. Ё-мо житель, ну, ну это просто позорище какое-то. Ой, да ну тебя, Пиксель, реально с каким-то x играешь. Вот как ты меня здесь нашел? Да ну в смысле как? Ты просто два блока прокопался. Я не знаю, накрыл бы себе чем-то сверху. Было бы более-менее беспалевно. Ой, да ну тебя. Взял, обиделся. Ну, ладно, ребята, ладно. Самое главное, что я его нашел. Так, подождите. Если я не ошибаюсь, то я уже нашел, получается, сколько? 5-6 жителей. Мне осталось, мне осталось всего 4 носатых. И я уверен, что я сделаю это очень быстро. Мы еще церковь с вами не проверяли, поэтому... Давайте это сделаем. Нет, житель, я это даже комментировать не буду. У меня нет слов. Просто спасибо большое, что помогаешь мне и подписчикам стать немножечко богаче. Просто залез на крышу и стоит довольный. Так, ребята, седьмой житель в нашей копилке. Нужно найти еще кого-то. Так, здесь, в принципе, пусто. Это, это, слушайте, меня, если честно, удивляет. Потому что я, если честно, был уверен, что кузнец спрячется именно в этой замечательной кузнице. Блин, вот это на самом деле ничего себе. Я действительно поражен. Давайте я еще проверю сейчас колодец, потому что, как мне кажется, сюда тоже кто-то мог заползти. И действительно так оно, в принципе, и есть. Но, признаюсь честно, это, наверное, самое, ну, такое секретное место в этой деревне. Ладно, Пиксель, видимо, ты действительно профессионал. Зря мы с тобой связались. Ну, это я вам, в принципе, и говорил. Но вы на отрез отказывались меня слушать. Получается, мне страшно осталось найти приблизительно два носатых, и знаете, вот с каждым жителем становится все сложнее и сложнее, потому что, ну вот реально, я ума не предложу, куда они могли спрятаться. Возможно, на какую-то крышу еще залезли, возможно, на крышу, я не знаю, какой-нибудь церквушки, на крышу кузницы, на дерево какое-нибудь, в грядку еще какую-нибудь спрятались. Вот реально, я не понимаю, куда они могли деться. И мне вот интересно, почему этот житель до сих пор отсюда не ушел? Он настолько в себе уверен, я же его уже нашел. Ладно, не буду обращать на это никакого внимания. Единственное место, которое мы с вами еще не проверили, это заброшенный домик. И, как мне кажется, там вряд ли будет кто-то прятаться. Ай, ё потому что здесь просто, просто ужасный запах. Житель, ты чё, больной, что ли, здесь стоять? Я, если честно, ой, <coughs> я, если честно, думал, что ты не пойдешь сюда из-за запаха. Да я и сам не хотел сюда идти на сад, у меня сейчас глаза вытекут. Там же, ребята, вы знаете, просто огромная свалка какая-то. Ай, ё нафига он туда полез? Слушайте, ребята, это был девятый житель и в самом неоднозначном месте. Я вообще ума не приложил. Куда? Куда делся десятый? Может, он, знаете, решил сыграть по тактике, если хочешь спрятаться, спрячься на видном месте. Может, он у меня на крыше сидит. Давайте проверим эту теорию. Хотя, мне кажется, я бы это сто процентов заметил. Блин, я смотрел абсолютно все места в деревне, ну, пожалуй, кроме вот этого водоема и кроме шахты. Но в шахту они наверняка бы не полезли, а вот водоем я бы проверил, потому что один житель умудрился спрятаться в колодце. Тут никого нету, ну давайте для чистоты эксперимента, так скажем, проверим еще и шахту. Но если там никого не будет, ребята, я, я не знаю, где их искать, серьезно. Где найти последнего жителя, я ума в принципе не приложу. Хотя по большому счету я могу его и не искать, ребята, потому что даже если мы возьмем новое правило в счет, ну что я типа не нашел жителей, должен 200 тысяч долларов. Я в любом случае в плюсе на 600 тысяч это очень много это просто колоссальная сумма поэтому знаете я я даже не буду пытаться серьезно пускай этот житель сидит и пускай хотя бы один из них не будет так скажем пойманным я я и так неплохо повеселился я и так как мне кажется неплохо посмеялся потому что таких абсурдных пряток я если честно еще не видел ребята если вы досмотрели ролик до этого момента обязательно напишите в комментариях какое место пряток жителей вам понравилось больше всего, потому что мне действительно будет очень и очень интересно почитать. Ага, почитать ему будет интересно. Ограбил жителей своей деревни на 800 тысяч долларов и стоит довольный. Ну, во-первых, жители не на 800, а на 600. Я все-таки человек довольно-таки честный. А во-вторых, вы сами виноваты. Вы, вы меня в буквальном смысле уговаривали с вами сыграть и и не нужны мне ваши деньги. Ага, конечно. Потом будешь нам это вспоминать. Нет уж, Пиксель, мы тебе все до последней копеечки дадим. Вот, забери свои деньги и лучше уйди куда-то на время читер вонючий. Я еще и читер, блин. У меня вообще-то все на камеру записано, и я никогда читами в Майнкрафте не пользовался. Но большое вам спасибо за прибавку к моей зарплате. Пересчитывать я это, конечно, не буду, да и в принципе смысла не имеет. Потому что я вам честно скажу, ребята, буквально через пару часов после того, как я выложу это видео на YouTube и почитаю ваши комментарии, я отдам им абсолютно все деньги. Потому что они мне реально не нужны, а жители будут ходить постоянно грустные. Поэтому это все я действительно отдам им. Я получил хорошее видео, получил дозу хорошего настроения, а это, как известно, самое главное. Не забывайте подписываться на канал, ребята, тыкать на лайк и нажимать на колокольчик, а также обязательно заходите завтра для просмотра нового интересного видосика. Всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи, до завтра и пока-пока.